смотрит. Я это не довезу. Хрусталь. Что такое? Болит? Народу много сегодня. Кире, надо было пораньше, наверное, ехать. Слышишь? Только за руку и только вместе. Давай следующий вагон. Давай, да. Чего? Пошли, сметут. Юлик, не воронь, пожалуйста. Я не могу. 15. Ой. Ну, это потому что туристов возят. А, ужин подали, наверное. Ужин подошел. Поезд наш. Я замерзла, например. Вот сюда сейчас я вас поставлю. Идите сюда ко мне. Вот сюда. Папа, наверное, и не видел, наверное. На машине, да на машине. Иди сюда, вот сюда, вот нам в ту. Сейчас он, Кирюша, пошел. Мне руку давай. Я думала, это град, а это, скорее всего, соль. Да, это соль. Похоже на град, да? Как будто град. Это соль. Наш, наверное. Некомфорт. Наше написано на электричке. Сейчас народ спустит здесь.
пойдем. Это... Ну, мамба. Не фрутелла, а мамба. Да, мамба. А, я сказала, что фрутелла. Да. Мы во второй поездке. Я тоже веду видеозапись. Руку. Молодец. 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 Все молодцы. Неужели точнее? По какому, по какому? Я современный. На. Че? Ваша. Жалко, стекло грязное, так красиво. Здесь, боже, ой, какие елочки малюсечки, господи, торчат. Не видно. Опять падает сумочка у мамы. На электричке с училища, наверное, старшеклассники, вон со школы едут. С колледжа, да. В Павловске, в Пушкине. Да, остановки поставили. Надо либо на двух плечах, либо через плечо, как у Юленьки. Через плечо. Не на плечи, а через, через плечо. Пускай, пускай, чего она? Прикольно. Юля, это ненадолго. Господа. Сосисочки молоко.
вкусно, как бы все. Да, Юлик? Пошли. Интересно все. Кусок, да? Ой, дети маленькие. Ой. А мы еще так шли. А мы не заметили. А их не было, наверное. Нет. Почему мы их не видели? Я их видел, вот этого видел. Надо было корм. У меня сейчас плечо отвалится. Вообще. Грязь, да. Ну, грязь это не царапина. Чистенько, да. Здесь только воды было, это вообще ужас. Ой, за две недели практически все растаяло. Легко открылось. Господи, здесь-то мусор откуда? Мы даже не покатались, да, вот это что от нашей горки. Да. А зато батутик уже мог. Юля, а как твоя резиночка красненькая оказалась здесь? Ничего себе! Это новенькая из последних, которая. Да. Интересно, интересно. Ну вообще. Ну вообще, ну все. Все сначала. Все. Ой, что-то выпучило так. Интересно, интересно. Интересно, интересно. Обалдеть, как земля ушла вся. Клубничка, да? Лучок. Ой, елочка. Как тепло. Ого. Когда насморк сильный, раздражаются рецепторы глазные. Да, все. Да, у Юленьки. В рюкзаке, который она не взяла. Я же говорю. Хорошо? Хорошо. Ну все, да-да. Не расстраивайся. Ребята, 20 градусов. Потом ее это. Господи, уже забываю, какая. Ты же сказал, что тебе не здоровится. Не надо. Это пить-ка. А сейчас можно что-то отдыхать? А? Просто лучше там пахнет, а то отдыхать. Угу. Кто мне точное время скажет? Кири, который час? Сейчас. А, сейчас 19. Сколько, доченька? 20 минут после 5. 17? 20.
Что ты ехал в приставку? Ой, мне так удобнее как-то. Да? Все, что ли, ничего не купили? А то, что для коктейля? А, вот салатик. Кирюша будет, наверное. А, бутылка. Ложись, Кирюшеньки, будете болеть вместе. Не хочешь? Он тебе тоже. Зимние. Папины. Ужины. Ой, что-то тебя, зайка. Я вот не помню, чтобы я лук сажала. О, как вымахал. Малина гигантелла. Желтая. Уже готова. Она вам побеги дает. Да, это не трава. Это малина. Да, я тоже болею. Да, мы все болеем, мой голос. Мы все у меня болезни болеют. У меня тут еще какой-то. Нет, тут еще фигурка болит. Инопланетарий. Просто планетарий. Вау, что я перезал. Вас доступно. А здесь что? Которую я тебе делала колосок и высокий хвостик. Да, мне тоже понравилось. Зайка. Звездочка. Да, была? У тебя звездочка была? Давайте, пока. Пока, зайка. Пока, Тимси. Пока. Не упасть бы. Зайка. Да, можно делать снежки. Снег-то. Надо же, весна. Ну,
какая-то птица полетела. Ходи, зайчонка. Вообще-то наш автобус, 121-й. А что он здесь делает? Нет, зайка, маршрутный. Обычный. 28 марта. В магазин заезжал, малышка. Это уже, да? Придется нам здесь. Ковыляем по грязи. Вот он, наш Кирюша Захарович. Кирюша Захарович. Кирюшу назвали в честь дедушки Кирилла. Нет. Тогда возьмем две упаковочки. Юль, смотри на меня. Волосы поправь, пожалуйста. Перчатка тяжело, надо снять перчатки. Пойдем? Мама, смотри, какой коктейль. А стоит, да, господи. Юль, дорого стоит. Вот в фикс-прайсе купим. Ой, дорогие здесь. Нет, я серьезно. Чего ты? Оригинально? Несешь оригинально? Надеть. Я увидела. Главное, чтобы удобно было. Невероятно просто. Двадцать 9 марта. Да. Сейчас я иду к вам, мои сладенькие. Тяжело совсем. Сейчас иду.
почистила. Ой, на веточке. Все, очередной снежок. Жимолость тоже все. Клубику, смородинку все почистил. Сливы, вишни. А было 70? Нет, у меня сейчас. Давай 70. 70 у меня. И, ладно. Чтоб Кирилл и не брал 65. Вот эти, которые были, я их пукал. А? Что? 65. 81. У меня. И у меня все, кыш. Вот он. Да, Юля. Все. А чего ты неровно делишь? У тебя бочонков больше. А у нее фишки. 28. По очереди хотя бы. 28. Нет. Просто зима. Снова. Двадцать девятое. Марта. Ух ты. Бестужев. Бестужев. Оба оставили. Оба. Все. Угу.
Все мы взяли. Телефоны взяли. Все выключили. Быдло. Два дня побудем еще здесь. Хотите? Приедем за... Вот приедем, значит. Отправляется какой-то. А вот это... Да. Похоже на то. Идти надоело мне. Так, ручку давай. Здесь очень далеко от платформы. Угу. Садись посерединке. Дома.